Ага, я тебя и жду, голубчик. Мы когда были сейчас там на второй голубятне, и рядом, ну, нарос клен, я тебя послал за ножовкой, за топором. Ты пришел, вот так было у нас, дверь закрыта и подперта. В деревне считается, хозяина нет. Ну, я пришел первый оттуда. Прихожу, вот так вот, все, настежь и заходи. Скажи, почему ты так сделал? Ты же видел, как было сделано. Я торопился. Торопился, значит. Теперь закрыть и открыть на дверь сколько? Так, рукой поверни. Так. Теперь рукой. Ну и сколько-то? Секунды нужны. Все. Торопился. Ну да. Торопился. Да, ты нашел ответ. Может, не в этом причина. Рукой не замок поворачивать, ничего, палочку подставить. У меня времени не было. Я забыл. И играть будешь, Бог совсем разум отнимет. Совсем не будет. Даже не поймешь, надо в туалет идти, а ты в столовую залез. Или наоборот. Так вот тебе сейчас урок. Открыть 10 раз и закрыть. Чтобы ты научился механически это делать. Дверь должна быть всегда закрыта. Это учение Господне. Остерегайтесь людей, ибо они будут предавать вас. Матфея 10:17. Так, проходи. Это мы сегодня проходим урок. 11 июня 2016 года я приехал. Это у меня Виталий Калиников из Омска. Послушный парень, все, ну, многоглаголивый и высокоумный. А знания, по сравнению с ним-то Никита у меня выглядит вообще голубем. У того знания проявляются. Так, ну, в общем, так, давай еще так сделай, сколько я пойду, а ты тут 10 раз сделаешь. Мне некогда стоять около тебя.